капитан Журавлев. Направлен для прохождения службы в отдел по борьбе с бандитизмом. Чего в милицию-то пришел? По направлению. По направлению к проктологу ходит. О, а это кто у нас? Новенький, да, с фронта? Небось, по бабам скучал? К майору, понимаешь, с пониманием надо. Тяжелый характер. Ему урки кликуху дали. Сатана. Раз пять пытались его убить. У нас тут Журавлев. Ни война, ни фронт. Стреляют отовсюду. В городе орудует преступник по кличке Клещ. Гитлер среди уголовников. Страшный черт. Налеты на сберкассы, склады, магазины. Везде горы трупов. Но тут один выход. Надо внедриться в банду. Конечно, разведка. Ты же самый умный. Здесь отделение дураков, да? Внедриться в банду. Раскусит тебя в два счета. У тебя ни хаты, ни бабы. Кто ты после этого? Я могу быть его бабой. Три зэка и ты. В одной машине. Ты понимаешь, какой это риск? Но он может сработать только при одном условии. Что среди беглецов будет авторитет. Иванов Иван Иванович. Личка граф. Есть у меня к тебе предложение. У сатаны для любой души кошелек есть. Хвалишь? Молодого твоего предупреждаю. Ну шо, вечер в хату? Веришь ментам? Нет. Правильно. Развели как щенка. Сбежать решил? Ты бросить меня хочешь? А ты думаешь, она с тобой связываться будет? Ты же убийца. Информация в нашем случае – жизнь. Для тебя люди есть и будут расходным материалом. Дашь мне? Живыми не брать.